Всем привет! Меня зовут Оксана. Я одна из тех, кто прошел чистку у Влада и Верочки. О том, что существуют подселенцы, я узнала не так давно, года два назад. Интересовалась этой темой, но не нашлось у меня таких возможностей, чтобы произвести эту чистку. Шло время, и как-то начало все усугубляться очень сильно. И как-то вот случайно, ну, понимая, что случайности не случайны, я нашла в просторах интернета Влада. Конечно, я сразу подписалась под его работами, на их канал. Вот. И что хочу сказать. Недолго я думала, не то, что я думала, а вот, так скажем, в конце января я их нашла, и в марте я уже заказала чистку, потому что я понимала, что я одна не справляюсь, мне нужна помощь, что что-то происходит, что-то не так. И, конечно, когда я пыталась поделиться там со своими близкими друзьями, мне говорят: да, все это ерунда, ты что, в это веришь? Да, я в это верю. И я понимаю, что это выбор каждого. Каждый сам за себя отвечает. Навязывать свое мнение никому не буду. Но слежу за работой Влада и Верочки, потому что каждый раз есть какая-то ценная информация, есть какие-то рекомендации. Если ты уже залез в эту тему, так скажем, да, ты уже не выйдешь отсюда. Ну, не то, что не выйдешь, а все больше и больше хочется знать, понимать и изменить, да, в своей жизни. Не хочется быть донором для каких-то сущностей, которые никак не делают тебе хорошо, только плохо, да. И тем самым, ну, это видно, да. Это не видно людям снаружи, но я внутри, я понимаю, что мне нужно это. Вот, мне нужна была чистка, мне нужны знания. И когда есть запрос, то Вселенная тебе дает ответ. Моим ответом были Верочка и Влад. Я очень их люблю, я очень им благодарна. Каждый ролик я слушаю, смотрю, слежу за их деятельностью, сопереживаю, когда там есть какие-то сложности, да. Вот. В отношении меня, как мне это помогло, я стала чувствовать себя по-другому. Вот объяснить это очень сложно, но внутри поменялось состояние, оно другое. Как-то стало легче, вот реально легче, учитывая то, что извлекли из меня, так скажем. Ну, работа была проведена глобальная, конечно. Вот. Конечно же, те, кто сомневается, не сомневайтесь, делайте это. И следите за работой этих ребят, потому что очень много полезного, ценного, то, что вам никто не даст, никто не скажет, на блюдечке не принесет. Нужно самим стремиться к тому, чтобы изменить свою жизнь. Все зависит только от нас самих. Вот. Ну что, буду на этом заканчивать. Еще раз, Влад и Верочка, огромное вам спасибо. Я с вами, слежу за вами. Люблю вас, очень люблю вас. И очень вам благодарна. Удачи, ребята. Знаю, что я не одна такая. Ну, все мы с вами рядом. Все, пока.